Мы собрались здесь, чтобы отметить День Победы. А поскольку это все-таки праздник, то давайте отметим его, ну, с улыбкой. Попоем, попляшем, поучаствуем в каких-то играх, конкурсах, выиграем призы от партии ЛДПР. Вот. Но поскольку это все-таки, как пелось в песне, праздник со слезами на глазах, то вспомним мы о годах войны. Сегодня здесь присутствуют дети войны, фронтовики, тружники тыла и многие-многие другие. Я думаю, те люди, которым есть что рассказать. Может быть, кто-то постарше, кому родители рассказывали о том, как жилось в те страшные годы в Саратове и в других городах, и на передовой. Сегодня мы все это вспомним, к этому не раз обратимся. Давайте потихонечку, полегонечку и начнем. Здравствуйте, уважаемые ветераны, уважаемые участники войны. Здравствуйте, жители нашего города. Мы собрались здесь для того, чтобы поздравить вас с Днем Победы, с этим самым светлым праздником, который есть у нас. Здесь присутствуют представители всех поколений, которые могут быть. И старые, и молодые, и совсем маленькие. Так вот, уважаемые ветераны, я хочу обратиться к вам. Хочу поздравить вас с этим праздником, пожелать вам здоровья и сказать вам огромное спасибо за ту победу, которую вы нам подарили. Как правильно уже сказал Николай, не было бы победы, не было бы сегодня этого праздника. Поэтому еще раз спасибо вам за эту весну, за этот день солнечный, прекрасный. Спасибо вам за ваш подвиг. Это именно подвиг, по-другому не могу сказать. И здоровья вам, и долгих-долгих лет жизни. И неправда, что говорят, что молодые люди сейчас не помнят ни войну, не помнят, даже путают иногда, кто стал в этом победителем. Так вот, я хочу вам сказать, что это неправда. Мы помним, мы гордимся, и мы никогда не забудем. Посмотрите, сколько детей здесь присутствует. Эти дети будут помнить ваш подвиг и всегда будут отмечать этот праздник. Поэтому еще раз огромное вам спасибо. С праздником вас! Отдыхайте, сегодня ваш праздник. Спасибо. Стихом Бориса Озерного. О войне он писал много, писал очень тонко. Прямо, знаете, вот до пробирают стихи до глубины сердца. Одно из них, самое любимое, я вам прочитаю. Дрожащим светом даль озарена, сняв якоря за Волжским перевалом, плывет, как легкий парусник, луна к далеким неразведанным причалам. В такую ночь и хочется заснуть, но гонит сон далекие раскаты, и видится ним близкий млечный путь, а тот, что пройден поступью солдата. Траншеи зарастают мрамором, и раны затихают понемногу, а мы нет-нет, да вспомним ротный строй, избитую воронками дорогу, припомним путь лишений и побед, друзей, что равно горести делили, дрожит над Волгой синий лунный свет, встают в везеньях огненные были. В такие ночи на краю земли, от сел родных и рек, в далекой дали мы не костры,
свои мы жизни жгли, и о покое что мечтать? Мечтали, вот он покой, бери его и трогай, он ощутим, как воздух над рекой, но сердце все еще живет тревогой, не хочет примириться с тишиной. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые жители города Саратова. Здравствуйте, глубоко уважаемые ветераны Великой Отечественной войны. Здравствуйте, глубоко уважаемые труженики тыла и дети войны. Очень трудно говорить об этом празднике, который действительно со слезами на глазах. Вы сотворили то, за что вам сказать, словами выразить свою благодарность невозможно. Мы должны доказывать долгие-долгие годы, многие поколения, как мы вам благодарны за этот подвиг. Вы народ-освободитель, вы народ-победитель. Вы могли разбить фашистскую гадину под Белоруссией и вернуться домой, но вы не сделали это, вы пошли дальше. Вы освободили Болгарию, Польшу, Чехию, Румынию, Словакию. Когда вы подошли к Зиеловским высотам, там погибло практически 1 000 000 советских граждан. Вы преодолели этот рубеж, вы взяли Берлин. Вы водрузили красное знамя над Рейхстагом. Вы те, кто подарил мир, спокойствие и жизнь всем нам, всем поколениям, которые стоят здесь, которые выступают перед нами, перед вами, которые говорят вам огромное спасибо. Дни и ночи у мартеновских печей не смыкала наша родина очей. Дни и ночи битву трудную вели, этот день мы приближали как могли.